Жозе Мориньо начинал свою тренерскую карьеру именно в Бенфике 17 лет назад. В 2000 году проработал там не очень долго. Место Денниса Лоу и так далее. Чарльтон сделал дубль в финале, Бест забил один гол. Нобин. 36-й Матео Дармьян и 39-й Скотт МакТомини. Главный тренер. Бывает дисквалификацию. Поэтому вот молодой Рубен Диаш играет сегодня лишь второй свой времени в мае, в самом конце сезона, этот парень. При этом он уже не юн, но вот какая атака Юнайтед, и там в чемпионате Англии в этом сезоне еще один мяч в Лиге чемпионов. Таким образом, он второй бомбардир клуба после Ромелу Лукаку. Лукаку выходит один на один, Лукаку, Свиллер спасает. Сейчас все могло закончиться, сейчас Манчестер мог забить второй. Борис на Бенфике привезли себе этот момент. Лукаку все делал правильно, скрещивал траектории, пытаясь перебросить мяч через вратаря. Но корпусом, а вот так финтит. Пас, наверное, не очень точно получается, но Лукаку бежит до конца. Свиллер выбивает. Всегда такого клуба ждешь какого-то класса. Вот почему-то с ЦСКА больше. Марсиали, Свиллер тащит этот мяч. Вот за что этот парень оказывается в таком возрасте в основе команды, которая выступает в Лиге чемпионов. Браво! Бенфика пока отбился. Гадал Мелис Виллер и угадал. Вправо от себя угол он бросался. Нормально пробил Марсель. На самом деле, вот когда говорят, что удар с пенальти был плохой. Слушайте, ну, чаще всего с линии штрафной Мелис Виллер. Но, ну и давайте еще разок полюбуемся на подвиг Мелис Виллера. Важно отбить. Тоже очень важно. И, кроме того, поэтому он герой. Москвит Лукаку. Впервые он с мячом штрафной, удар в ближний угол. И Свиллер. Все так. Вообще-то здесь считался удар в дальний угол, но он решил обмануть всех и пробил в ближний. А для Маты Лукаку. И стал играть в стенку Лингард. Его удар накрыли. И Свиллер догоняет. Даже углового не позволяет Манчестеру получить. Мелис Виллер сегодня безупречен пока. Как всегда интересно наблюдать за этими парнями, которые только-только закончили школу. На которых Матич, ударище Матича, штанга, и не везет Мелис Виллеру. Ну как же так? 1-0 в пользу Манчестера. Мелис Виллер просто готов. А что еще тут сделать? Ну что? Ты прыгаешь. 1-0. На последней минуте тайма. Хозяева выходят вперед. Кошмар, просто кошмар. Как же обидно, а? Нельзя давать внимание матчу, бить вот так без сопротивления. Это пушка. Пушка, которая способна посылать ядра и по таким загадочным траекториям. Штанга, спина Свиллера и... Но пока еще не очень большой трагедии, судя по выражению лица Мелис Виллера. Бенфика уступает. Рига у нас живет. Номинантов есть его фамилия 6 декабря. Станет известно, кто же в этот раз. Лукаку. Хитарян. По штрафной Лукаку и Мелис Виллер. Хитарян не сразу сделал этот пас. Действительно, чуть-чуть запоздал. И самое главное, что не был в положении. Дейли Блинт себе это право. Мелис Виллер. Центру бьет Блинт. Ну что здесь уже особенных вариантов у Манчестера. Свиллер гадал и прыгал в другой угол. Оставил, кстати, ноги. И реализация Блинда. Там Жардел. Хитарян падает. Можно подниматься. Свиллер не может брать в руки. МакТомини пытается пробить сразу. Вот как увидимся на футболе. Скучайте.